Сотрудники городецкого морга под угрозой порчи тел усопших вымогают деньги у их родственников. Бесплатно мы ничего делать не будем. Что они мотивировали? Если вы вовремя все это не сделаете, получите ее испорченную. Мы не обязаны ее хранить в холодильнике. То есть вот такое кощунство. Сегодня в нашем эфире мы покажем запись того, как сотрудники морга требуют деньги у родственников усопших, а также попробуем задать этим сотрудникам несколько вопросов. Об этом и не только сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.